Привет, Влад. Для начала надо бы разобраться с ситуацией максимально подробно, потому что то, что вы описываете, да, это как минимум странно, потому что вы ведь каким-то образом со своим мужем начали встречаться, да, вы со своим мужем начали как-то жить вместе, да, вот, процесс этот, он был запущен уже вами, и вопрос у меня здесь к вам, его сексуальная активность такого типа, она была всегда такой? Или она появилась вот, ну, в результате чего-то, в результате каких-то действий? Почему вас, условно говоря, раньше это устраивало, да, а теперь, значит, ну, перестало устраивать? То есть это вот то, что в первую очередь вам нужно для себя определить, то есть что изменилось конкретно между вами, возможно, да, между вами вероятно что-то поменялось. Между вами, вероятно, что-то изменилось, и, соответственно, нужно, ну, в первую очередь, наверное, понять, что именно изменилось, да, вот, почему раньше все было хорошо, вот, теперь, значит, нет, да? Вот, дальше необходимо разобраться с тем, какая у вас мотивация, то есть, как вы относитесь к своему мужу, вот. То есть, если вы его любите, то для вас не проблема его удовлетворить. Вот. А если же вам это в тягость, то возникает вопрос, почему? Далее нужно разобрать, что значит насилие и унижение, да, то есть как это проявляется, собственно говоря. Как проявляется насилие и унижение с его стороны? То есть он уже очень сильно, значит, повышенная либидо, или как? Ну, вот этот момент вам нужно, мне кажется, преследовать, потому что очень мало информации, да, а как бы история довольно серьезная. Ибо это, ну, одна из самых, наверное, важных сфер жизни, да, ну, совместно жизни, вот, одна из самых важных сфер – это секс, вот, и, соответственно, вам, ну, необходимо разобраться с этим, как минимум, да? То есть нужно понять, как именно, да, и чего вы хотите. Вот. Это мне
кажется, один из, значит, принципиальных моментов. Вот. Потому что по-другому, ну, наверное, не разобраться с вами и с тем вообще вот, что происходит, да? Вот. Ну, наверное, так. Наверное, так. Больше написать вам и сказать вам, наверное, пока что нечего. Вот. Потому что мало информации. Очень сильно мало информации. Но совершенно очевидно, да, что ситуация сложная, вот, и как бы с ней нужно разбираться. То есть разбираться нужно через личные консультации, да, вот, ну, если вам это интересно, если вам это нужно, вот, будем работать. Например, так. Мне видят. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.